Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я вам представляю материал по теме «Защита информации». Меня зовут Кошечкин Константин. В этой теме у нас очень много понятий. Основные из них – это электронная подпись, криптозащита, аутентификация. Попробуем с чего-то начать. Начнем с того, что вообще входит в понятие защиты информации. Мы должны для того, чтобы говорить о том, что выполнили эту цель, достигли ее, нам нужно обеспечить доступность информации, соответственно, чтобы к ней могли получать доступ те, кто должен его иметь. Целостность, это она должна быть, значит, информация актуальная, непротиворечивая. И никто ее несанкционированно не менял. Ну и конфиденциальность. То есть есть группы информации, которые должны быть доступны только определенному кругу лиц. И, соответственно, всем широкому кругу они доступны быть не должны. Для того, чтобы решать эти задачи, у нас есть большое количество различных технологий и средств. Основные из них, о чем мы сегодня будем говорить, это криптографическая защита, это различные способы аутентификации, то есть установление подлинности. В основном это будем обсуждать в контексте установления подлинности того пользователя, который хочет получить доступ к информации. Ну и, соответственно, самая такая приземленная часть – это резервное копирование, то есть у нас должны быть все данные сохранены, чтобы их не потерять. Начнем со сложного, с того, что такое вообще криптозащита и криптография. Надо понимать, что методы защиты информации, они были актуальны еще в самые древние времена, и если нельзя было информацию защитить силовыми методами, то есть поставить рядом с ней, грубо говоря, охранника, то нужно было как-то ее так спрятать, чтобы ее могли прочитать только те, кому мы хотим дать такую возможность. Собственно, криптография как термин – это название науки, которая появилась несколько тысяч лет назад. И криптографическая защита является основой любых систем защиты информации. Определение у этой науки следующее. Это раздел прикладной математики, изучающий модели, методы, алгоритмы, программные аппаратные средства преобразования информации, то есть ее шифрования, в целях сокрытия ее содержания, предотвращения его видоизменения или несанкционированного использования. Какие еще термины у нас будут встречаться в этой области знаний? Криптографическая защита – это защита данных при помощи криптографического преобразования данных. Криптосистема – это некий программный или программно-аппаратный комплекс, который используется для защиты информации. Криптоанализ. Ну, если по-простому, это взлом этих вот наших криптокодов. И красиво это определение звучит как раздел прикладной математики, изучающий модели и методы с целью извлечения конфиденциальных данных из сообщения. Криптология – это наука, объединяющая криптографию и криптоанализ. Открытый текст, ну, это, собственно, тот текст, который мы кодировали. И, наконец, ключ – это то, чем мы наши данные шифруем. Сами процессы делятся на две основные категории. Шифрование – это преобразование данных в тот вид, в котором они будут недоступны для чтения без соответствующего ключа. И дешифрование – это обратный процесс шифрованию, когда мы переводим зашифрованный текст в исходный. Ну и ключ, соответственно, это та информация, которая нужна для проведения этой процедуры. Классифицировать алгоритмы шифрования можно
по наличию ключа и по их количеству. И, соответственно, основные, которые мы будем как раз рассматривать, это симметричное шифрование, когда используется один и тот же ключ для зашифровки и расшифровки, и асимметричное. И как вариант реализации двухключевого шифрования — электронная подпись. В варианте симметричного шифрования и отправитель, и получатель должны иметь один и тот же секретный ключ. И самое сложное в этом варианте шифрования – это передача этого секретного ключа так, чтобы он не оказался у третьих лиц. В асимметричном шифровании используются два ключа. Это открытый ключ и закрытый. Они связаны математически между собой, и то, что можно зашифровать при помощи одного ключа, можно расшифровать при помощи другого. По-английски они называются private key и public key. А при этом часто в реализациях асимметричного шифрования закрытый ключ хранится только у владельца этого ключа, у того, кто шифрует информацию. А открытый ключ может быть доступен широкому кругу лиц, ну и в ряде случаев даже публично, то есть чтобы любой человек мог проверить подлинность того сообщения, которое было передано. В шифровании используются функции хеширования, и они же используются в электронной подписи. Основные из них — это MD5 и SHA — Secure Hashing Algorithm. Методика хеширования довольно проста для понимания и подразумевает под собой преобразование при помощи определенного математического алгоритма любого объема данных в хэш-код с ограниченной длиной. И условия должны быть соблюдены такие, что в одну сторону этот процесс может быть только проведен. То есть обратного получения из хэш-кода, того текста, на основе которого этот код был получен, невозможно. То есть это такой некий уникальный слепок с тех данных, которые мы хотим хэшировать, который уникально связан с ними. То есть если наш документ будет видоизменен, например, да, то до изменения и после хэш-коды будут разные. Еще надо отметить как пример алгоритм шифрования, который используется в различных системах, основанных на алгоритмах, утвержденных государственным стандартом в Российской Федерации. Он применяет симметричный ключ и позволяет с довольно высокой степенью защиты шифровать информацию. Также большое значение имеет протокол Диффи-Хеллмана. Он позволяет двум и более сторонам получать общий секретный ключ, используя неиссякаемый от прослушивания канал связи. Полученный ключ может использоваться для шифрования как с одной стороны, так и с другой. Давайте теперь поговорим о том, как у нас алгоритм шифрования используется в самом частом применяемом в настоящее время решении – это в реализации электронной подписи. Электронная подпись в Российской Федерации регулируется федеральным законом. Впервые закон об электронной цифровой подписи появился в 2002 году, а сейчас действует уже его обновленная версия, которая была утверждена в 2011 году. В данном законе есть деление на то, какие электронные подписи бывают. Есть простая, усиленная, и усиленная, в свою очередь, делится на неквалифицированную и квалифицированную усиленную электронные подписи. Для каких целей применяется электронно-цифровая подпись?
Она позволяет подтвердить авторство электронного документа, позволяет проверить отсутствие искажений информации и позволяет подтвердить факт подписания электронного документа. Ну, надо понимать, что переход на электронную подпись и электронные документы как следствие наличия электронной подписи – это неизбежный процесс. Работать с бумажными документами уже никому не удобно. Это очень большие накладные расходы на их транспортировку, на их хранение. И проверка достоверности бумажного документа – это творческий процесс, да? То есть у одного эксперта будет мнение, что это подпись подлинная, у другого, что это подпись, я имею в виду рукописную подпись, она поддельная, и в суде подчас решения по таким вопросам принимаются просто на основании показаний экспертов. Если мы говорим о электронной подписи, то тут уже однозначно. Если она действительна, то она действительна. И эксперт не нужен, который будет каким-то творческим путем подтверждать на то, соответствует эта подпись тому лицу, который подписал документ, или не соответствует. То есть это будет уже соответствие однозначно. Ну и, естественно, эти документы в электронной форме, они уже теряют свою физическую сущность, да, то есть они могут перемещаться в облаках, на неких потоках информации и не иметь вещественного воплощения в виде какой-то дискетки, флешки и так далее. То есть это уже не требуется. Самый простой вариант электронной подписи, собственно, так и называется. Простая электронная подпись. Она подтверждает подписание электронного документа определенным лицом, однако не гарантирует то, что этот файл не был изменен после подписания. В виде реализации обычно это просто пароль и учетная запись в информационной системе. И когда вы со своим логином и паролем ставите какую-то галочку или где-то с чем-то соглашаетесь, по сути, вы ставите простую электронную подпись. Неквалифицированная электронная подпись, она уже применяет алгоритм шифрования с использованием средств криптозащиты и позволяет уже гарантировать то, что этот документ был действительно подписан владельцем такой-то электронной подписи в такое-то время, и этот документ, если будет изменен, то подпись уже на нем будет недействительна. То есть можно всегда подтвердить, что этот документ был подписан именно вами. И самый защищенный вариант – это квалифицированная электронная подпись. Она, по сути, то же самое в технической точке зрения, как и неквалифицированная усиленная электронная подпись. Отличается только тем, что подтверждение личности подписанта передается на откуп специальной организации, так называемому удостоверяющему центру. В случае с неквалифицированной усиленной электронной подписью она может выдаваться для внутреннего использования, например, внутри самой организации. Да? То есть, если мы у нас в организации решили, что мы наделяем правами такого человека подписывать документы электронной подписью, то мы ему ее выдаем и приказом утверждаем, что вот эта выданная подпись соответствует вот этому физическому лицу. Соответственно, для обмена данными между организациями и передачи документов в другие сторонние информационные системы, которые ничего не знают о том, кому эта подпись была выдана, должно быть некое третье лицо, которое ее выдаст. Вот таким третьим лицом выступает как раз удостоверяющий центр. Он аккредитуется в соответствии с правилами и имеет право подтверждать личность человека. Как технически реализуется электронная подпись? Это некая информация в электронном формате, которая в момент подписания присоединяется к электронному документу. То есть сначала мы при помощи секретного ключа комбинируем хэш-функцию от того документа, который мы подписываем, с собственными данными ключа, с использованием средств криптозащиты.
И при проверке подписи мы можем извлечь при помощи из пары ключей, при помощи открытого ключа, можем извлечь хэш-код того документа, который был подписан, взять сам документ подписанный, при помощи хэш-функции получить его хэш-код, их сравнить между собой. Если они совпали, то подпись действительна. Соответственно, если они не совпадают, то документ был изменен в процессе передачи. Также есть такое понятие, как сертификат ключа проверки электронной подписи. Это документ, либо бумажный, либо электронный, который подтверждает соответствие определенной электронной подписи физическому лицу, которому она была выдана. Что такое ключ электронной подписи, мы уже сказали, да, что это некая последовательность символов, которая применяется для шифрования или расшифровки. Соответственно, открытый ключ — это связанное с закрытым ключом набор тоже последовательности символов, который предназначен для расшифровки того сообщения, которое мы передаем. Удостоверяющий центр — это юридическое лицо, которое осуществляет функции по выдаче сертификатов ключей. То есть сертификат как раз устанавливает то, что ключ принадлежит такому-то физическому лицу. Да? То есть он подтверждает, что эта подпись принадлежит именно вам. И удостоверяющий центр должен быть аккредитован, то есть признан уполномоченным федеральным органом в соответствии с требованиями закона. В виде технической реализации электронная подпись может быть представлена как в носителе, который похож на флешку, так и в виде некой электронной карты. Но в некоторых реализациях используют даже от руки написанную подпись на планшете, которая также обладает неким статусом, но в этом случае она работает несколько иначе. То есть в этом случае механизм криптозащиты уже не используется. Алгоритм, аналогичный с применяемым в электронных подписях, используется, например, при SSL-шифровании. На многих сайтах, если замечали, есть такой замочек в верхнем углу, где написан его адрес. И для тех сайтов, которые защищены протоколом SSH, HTTPS, для них он будет закрыт и зелененький или серенький. Соответственно, это говорит нам о том, что на стороне сервера, где размещен сайт, применяется шифрование, в рамках которого данные, передаваемые к вам, будут шифроваться закрытым ключом, а у вас на компьютере будет открытый ключ от этого сайта, который будет их расшифровывать. И, соответственно, такой алгоритм шифрования создает некий виртуальный туннель от сайта к вашему компьютеру. При передаче информации, по которому через открытые сети какие-то сторонние люди не смогут получить к ней доступ. Какие есть проблемы с электронной цифровой подписью? Основная проблема, конечно, это люди. Люди сидят у нас в удостоверяющих центрах, и гарантировать то, что они добросовестно выполняют свою работу по идентификации физических лиц, не всегда оказывается возможным. А сейчас возникла такая проблема, что при помощи электронной подписи можно совершать очень важные и значимые действия, например, покупать квартиры, продавать. И в связи с этим сразу же, конечно же, возникли случаи мошенничества. И как проблема оказалось то, что нельзя отказаться от электронной подписи. И, соответственно, если кто-то вместо вас пришел в удостоверяющий центр, как-то там договорился с сотрудниками этого удостоверяющего центра и за вас получил по ксерокопии паспорта, например, вашу электронную подпись, то он может юридически значимые действия за вас совершать. Другой проблемой является технический вопрос уже, то, что
при подписании документов используются криптопровайдеры, и часто эти криптопровайдеры заточены на определенные версии браузера, определенные плагины и так далее. И если вы используете несколько подписей на одном рабочем месте, то есть вероятность, что они одновременно совместно работать не будут, потому что версии того программного обеспечения, которое рядом с ними используется, будут не совпадать. Решение для того, чтобы улучшить работу системы электронных подписей, в принципе, есть, и я думаю, что они в ближайшее время будут приняты. Соответственно, усиление подходов к идентификации личности, должен быть некий единый реестр всех электронных подписей, чтобы всегда можно было проверить, кто на вас и когда, где получил какую электронную подпись, если это вы сами не делали. Вот сейчас этой информации нет. И, соответственно, если вы хотите запретить удостоверяющим центрам получать на себя электронные подписи, такая возможность тоже должна быть, конечно. Также целесообразно интегрировать систему выдачи электронных подписей с госуслугами, чтобы они были связаны между собой. Средства для подписания должны быть стандартизованы и должны работать независимо от версий окружающего программного обеспечения, то есть должны быть менее чувствительными к окружению инфраструктурному. Также должна быть создана служба штампов времени, то есть очень важный момент – это дата подписания электронного документа. Неправильно, если эта дата берется из системы компьютера, потому что там ее можно поменять. Правильнее, если этот штамп времени будет браться с некого централизованного защищенного сервера. Ну и вопросы доставки подписанных сообщений с нотариального заверения документов, архивации, хранения также должны быть решены. Какие есть требования в законодательстве к электронным записям и электронным подписям? Для начала определение. Электронная запись – это комбинация текста, графики, данных и так далее, которые извлекается, хранится, передается. То есть это совершенно не обязательно некий текст в виде строки. Да? То есть это могут быть любые данные в любой форме. Электронная подпись – это набор данных, который является эквивалентом рукописной подписи человека и, соответственно, связывает подписанный документ с физическим лицом, который его подписал. Очень важным элементом системы электронных подписей является журнал регистрации событий. То есть в системах, где используются электронные подписи, должны фиксироваться все действия, с ними связанные в таком журнале, где информацию можно только записать, а стереть уже нельзя. То есть вся история должна сохраняться однозначно. К записям предъявляются такие требования, что они должны быть эквивалентны бумажной версии, если они переносятся с бумаги. Должно быть невозможно их несанкционированно изменить. К ним должен быть ограниченный доступ. То есть, если это, конечно, не открытые данные, к которым есть доступ у всех, он должен быть ограничен определенными правами. Ну и достоверность источника при заполнении электронной записи, она очевидна, да? То есть, если мы электронную запись сделаем на основе недостоверных информаций, то у нас толку, конечно, не будет. Очень важно понимать, что качество работы любой системы, где используются электронные подписи, зависит от того, насколько хорошо у нас работает персонал. То есть важно, чтобы он был обучен, обладал необходимыми навыками и способностями. Должны быть созданы соответствующие рабочие инструкции и стандартные операционные процедуры. И у каждого сотрудника должна быть своя уникальная идентификационная запись, которая позволяет его однозначно определить. К электронным подписям предъявляются следующие требования. Ну, естественно, уникальность, то есть у каждого человека своя подпись. Перед тем, как давать возможность подписывать документ, нужно идентифицировать того человека, который его будет подписывать. Ключ электронной подписи должен быть подтвержден удостоверяющим центром. Ну, соответственно, в случае усиленной подписи это будет внешний аккредитованный удостоверяющий центр. Если мы используем
неквалифицированную электронную подпись, то можем такой удостоверяющий центр сделать сами. Очень важное и часто обязательное требование – это то, что электронная подпись должна быть минимум двухкомпонентной. То есть один компонент – это та флешечка, которая вставляется в компьютер и содержит сам ключ. А второй элемент – это пин-код, который набираем на клавиатуре, знаем наизусть и никому не говорим. Система, где используется электронная подпись, должна администрироваться, то есть должен быть некий сотрудник, который имеет высокую компетентность и полномочия для того, чтобы обеспечить защиту этих систем от каких-то несанкционированных воздействий. Подписание электронной подписью должно осуществляться внутри сессии авторизации. Ну, то есть мы сначала дали человеку зайти, потом он какое-то время, его учетная запись будет активна, и вот в это время можно подписывать документы. А если он отошел от компьютера, его, соответственно, нужно разлогинивать, и когда он вернется, просить его ввести обратно свои учетные данные. И у всех ключей электронных есть срок действия. Соответственно, должны быть предусмотрены процедуры их отзыва, пересмотра. Ну и, соответственно, отзываются ключи не только по истечению срока, но и при компрометации. Когда, например, ключ стал доступен кому-то, кому доступен быть не должен. И надо понимать, что в любой информационной системе обязательно будут в какой-то момент потери, ну, то есть какие-то данные будут утрачены, что-то пойдет не так, и нужно это планировать, планировать мероприятия по предотвращению таких инцидентов и, соответственно, их компенсации, когда они произойдут. Ну и, естественно, тестировать системы. Так, давайте теперь рассмотрим, как применяются наши решения для аутентификации и идентификации. Для начала, чем эти термины отличаются? Идентификация – это определение того, кто к нам пришел, да, то есть мы определяем персону, которую пускаем в нашу систему. А аутентификация – это уже следующий шаг, когда мы подтверждаем, что у того, кто пришел, есть полномочия на то, чтобы подключиться, зайти или выполнять какие-то иные действия. Очень часто для аутентификации используется просто пара логин и пароль. Это не самый надежный вариант, потому что пароли очень часто передают третьим лицам, ну, например, чтобы кому-то из коллег дать возможность посмотреть какой-то документ на вашем компьютере, пока вы отсутствуете. И при этом после возвращения из отпуска, например, пароль не меняет человек. Соответственно, уже он знает не только он его знает, но и его коллега. Вот пароли можно подсмотреть. Есть даже системы, которые при помощи камер видеонаблюдения считывают пароли автоматически с клавиатур. Пароль можно угадать. Есть списки часто используемых паролей, по которым можно проводить перебор. И, соответственно, очень высока вероятность, что таким образом он будет угадан. Чтобы повысить степень доверия к процедуре аутентификации, применяются вспомогательные системы, которые, например, используют биометрические показатели для определения подлинности того или иного лица. Ну, например, отпечатки пальцев, сетчатка глаз, формы лица и так далее. Наверное, всем это уже знакомо сейчас с современными смартфонами, где они активно применяются, эти технологии. Для того, чтобы унифицировать подходы к идентификации физических лиц на государственном уровне, была создана система ЕХИА, Единая система идентификации и аутентификации. Эта информационная система, она существует в Российской Федерации, обеспечивает санкционированный доступ участников информационного взаимодействия к информации, содержащейся в государственных информационных системах или иных системах. Ну, то есть через этот универсальный ключ можно получить доступ к любому услугам любого федерального ведомства. Она используется для идентификации и аутентификации, управления данными, соответственно, пользователей.
применяется, например, касаясь нашей тематики, в медицинских информационных системах для подтверждения того, что тот пациент, который хочет, например, записаться на прием, это именно он. В задачи этой системы входит предоставление пользователю единой учетной записи, которая дает возможность получить доступ к множеству значимых информационных систем. И таким образом можно автоматизировать взаимодействие человека с информационными системами. Процедура получения учетной записи в ЕСИО, она очень подробно расписана на портале государственных услуг и не требует длительного времени. Нужно заполнить свои контактные данные, ввести информацию о СНИЛСе и паспорте и, соответственно, подтвердить свою личность в уполномоченной организации. Соответственно, по состояниям делится на несколько уровней. На начальном уровне, когда мы только заполнили форму, это будет упрощенная регистрация. Когда мы ввели наш паспорт и СНИЛС, это будет уже стандартная. А когда мы пришли и показали, что мы это мы, то это уже подтвержденная и имеет уже максимальное право. Поскольку мы говорим все-таки про медицину, для нас большое значение имеет интеграция медицинских информационных систем с ЕСИА. Процедура эта тоже детально проработана, и для медицинских информационных систем она доступна для реализации. То есть можно совершить ряд действий, настроить на стороне информационной системы медицинской технологию взаимодействия с ЕСИА, зарегистрироваться на определенном портале и подключить свою систему к данному модулю идентификации пользователей. И после этого пациенту не надо будет регистрироваться в нашей внутренней информационной системе, а мы сможем использовать информацию из внешней. Общая процедура будет выглядеть как: пользователь обращается в медицинскую информационную систему, она его перенаправляет в ЕСИА, там проходит идентификацию, и ЕСИА передает информацию о том, что это за пользователь, обратно в медицинскую информационную систему. И, соответственно, дальше пользователь получает уже доступ к ресурсам медицинской информационной системы. Ну и, наконец, как нам защититься от утраты информации? Для этого служат различные системы резервного копирования. Резервное копирование – это совокупность, применяется для этого система резервного копирования, которая представляет собой совокупность программного и аппаратного обеспечения, выполняющую задачу создания копий данных на носителе, предназначенном для восстановления информации в оригинальном месте их расположения, в случае, если данные были как-то утрачены. Для чего они нужны нам? Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов, для защиты информации, для защиты от природных и техногенных катастроф, защиты от действий злоумышленников. Ну и с определенной степенью мы можем централизованно контролировать то, как у нас информация и где хранится. Какие понятия есть в рамках организации резервного копирования? Собственно, само резервное копирование, восстановление, ну, понятно, да, это противоположное копированию действия. Аналитика по содержимому. Часто бывает проблема, что в тех данных, которые были скопированы, могут содержаться какие-то вирусы, и, соответственно, нужно их сначала оттуда вычистить перед восстановлением. Или нужно восстановить не все документы, а отдельные. Контекстный поиск примерно для этой же цели, чтобы можно было найти нужный документ в бэкапе. Сейчас очень популярно становится хранение данных в облаках и актуальна интеграция с облачными решениями. И как еще вариант, если мы не хотим использовать облачные решения, мы можем построить централизованное хранилище для резервных копий и хранить все там. Ну и контроль целостности. Периодически мы должны проверять сохранность наших резервных копий, чтобы гарантированно понимать, сможем мы из них данные восстановить или не сможем. Как можно классифицировать варианты резервного копирования? Полное резервирование, ну, когда данные копируются целиком.
Добавочное резервирование – это когда мы с определенной периодичностью вносим в архив те данные, которые были изменены, и, соответственно, каждое следующее добавление будет прибавлять те файлики, которые новые появились. Разностное резервирование – это когда мы делаем сравнение текущего состояния и полной копии, и что поменялось, выносим в архив. Они довольно похожи с добавочным, но отличаются вот той тонкостью, что при многократном резервировании как действие будет выполняться. То есть при разностном будут сразу вноситься все файлы, которые изменились, то есть он с каждым разом будет становиться все больше, потому что все больше будет измененных файлов относительно полной копии. А при добавочном будут только в каждой итерации только те новые файлики, которых не было в предыдущих итерациях. И выборочное резервирование, когда вручную выбирается, что надо скопировать. С точки зрения проведения процесса можно выделить два варианта. Это оперативное резервирование, когда запускается процесс вручную, и автономное резервирование или автоматическое, когда все происходит по расписанию и по определенному плану. Как организуется процедура резервного копирования? Начинается все, естественно, с планирования. Определяется временное окно, глубина, насколько глубоко мы будем делать архив. Описывается жизненный цикл, то есть сколько мы храним архивы, как часто их собираем, с какой периодичностью и так далее. По процессу резервирования ведется лог, где записываются действия, которые мы совершаем с архивами. Копии резервные должны быть защищены от несанкционированного доступа. И может применяться вот решение для централизации резервного копирования с определенными панелями управления и так далее. Также надо учитывать, что в больших системах должна быть создана отдельная сеть, которая будет вынесена за рамки корпоративной сети. Обычно она называется сокращением Storage Area Network или SAN. Там она позволяет связать между собой хранилище и хранилище с серверами, откуда ведутся резервные копии. А при этом для всех пользователей напрямую доступ туда не осуществляется. Также нужно рассматривать варианты внесетевого копирования, то есть когда мы храним данные не в сети. Ну вот, Storage Area Network — это и есть как раз такой вариант. И еще есть вариант внесерверного копирования, когда мы данные храним на оборудовании, которое, ну, то есть относительно какого-то сервера, мы храним в другом месте, да, то есть на сервере третьей стороны. И, соответственно, если нам нужно в режиме реального времени все данные сохранять, и если данные очень чувствительные, нельзя потерять вот ту разницу, которая была между резервными копиями, должна быть настроена репликация, когда мы в режиме онлайн будем передавать данные на несколько серверов. Какие есть рекомендации по организации резервного копирования? Естественно, должна быть проводиться сначала оценка того, какие у нас есть мощности для резервирования. Должен составляться план, какие ресурсы на какие мощности для хранения бэкапов будет сохраняться. Должен соблюдаться принцип 3-2-1, который говорит о том, что должно быть всегда минимум 3 копии. Одна может быть на том же месте, в том же физическом хранилище, в каком хранится оригинал. Вторая на каком-то удаленном сервере. И третье — это либо облачное хранилище, либо какой-то сервер в другой сети или сервер, который находится большую часть времени в режиме офлайн. То есть мы сделали бэкап и отключили его. Какие бывают проблемы? Ну, самый банальный — это отказ носителей, то есть мы храним все на дисках каких-то, и они могут выходить из строя. Человеческий фактор, наверное, самое страшное, потому что все зависит, качество работы всех этих систем зависит исключительно от того, как, насколько правильно они настроены. Кибератаки — это неминуемое зло, что
если у нас какие-то ценные данные, к ним будут пытаться получить доступ некие злоумышленники. Отказ инфраструктуры, тут имеется в виду нарушение сети чаще всего или каких-то иных способов связи между тем ресурсом, где мы храним, и тем, откуда данные берем. Ну и ошибки программного обеспечения, если мы используем какое-то ПО, оно, естественно, может некорректно работать и приводить тоже к сбоям. Какие у нас есть риски? Ну, физические угрозы, понятно, затопило, пожар и так далее. Риски при внедрении. Если мы меняем систему резервного копирования, то нужно понимать, что может что-то пойти не так, и мы рискуем в момент смены утраты данных. Риски при хранении – это выход из строя наших носителей с хранимой информацией. Риски привилегий для служб резервного копирования – это вот тот самый человеческий фактор, когда у нас системные администраторы, которые всем управляют, имеют очень большие права и в итоге могут какими-то своими действиями привести к утрате данных. Когда мы говорим о том, как часто нам нужно делать резервные копии, надо понимать, что у нас и вообще как их хранить, как создавать, как планировать этот процесс. У нас должны быть два целевых показателя. Это время до полного восстановления и целевая точка восстановления, то есть сколько данных мы можем потерять от текущего состояния. Ну, то есть если мы бэкап делаем раз в неделю, то, например, там, в субботу, то в пятницу, в следующей неделе мы потеряем, если данные будут утрачены, мы потеряем всю неделю нашей работы. Как вариант проверки целостности данных может применяться вот тот самый алгоритм хеширования тоже. Да? То есть мы можем в определенном таблице сохранять хэш-коды наших файликов или документов, которые лежат в системе хранения резервных копий, и сравнивать их с текущим состоянием документа. Соответственно, при создании контрольной суммы будет проходить чтение документа, и если носитель его поврежден, то будет возникать ошибка, что документ не читается. Или если документ был по какой-то причине изменен, то MD5, например, хэш не совпадет с тем, который был записан в таблицу, где мы его поместили при создании бэкапа. При восстановлении данных также есть несколько вариантов. Мы можем использовать средства, которые встроены в операционную систему. Можем восстанавливать данные с загрузочного носителя, если речь идет, например, о восстановлении какого-то конкретного персонального компьютера. И если мы используем системы виртуализации, то в них есть встроенные механизмы, которые позволяют на сервере восстановить виртуальную машину, которая у нас была сохранена рядом с той, которая была повреждена. То есть мы поврежденную выключаем, восстанавливаем резервную копию и ее включаем. Вот это обычно самый быстрый вариант восстановления. Он часто бывает практически мгновенным. Для восстановления уже персонального компьютера, например, есть вариант. На чем мы его будем восстанавливать? На том же компьютере или на другом? Это вот от этого зависит тоже время, да? Насколько сколько потребуется. Также можно эти данные восстановить будет в виде виртуальной машины при соблюдении определенных условий. Также есть возможность восстанавливать отдельные файлы, если мы, например, случайно стерли какой-то важный документ и знаем, что он есть в бэкапе, можно из бэкапа извлечь только этот конкретный документ. Аналогичная история с электронной почтой. Можно устанавливать отдельные электронные письма. Для виртуальных машин есть свои тонкости. Ну, например, перенос с одного сервера на другой, другие версии гипервизоров. Есть в виртуальных машинах такое понятие, как точки
отката, и, соответственно, можно и не восстанавливать целиком бэкап, а просто откатиться на точку восстановления. В целом, все вопросы, которые у нас сегодня были запланированы, мы осветили. Спасибо за внимание.